Всем здарова, YouTube, у микрофона Фикс, и кажется, я не уверен, что происходит. Дело в том, что я застрял в лесу. Моя машина сломалась, я даже вон в халатике, уже готов был ехать домой, и мне нужно ее починить и заправить. Потому что никак сейчас уехать я не могу. И у меня почему-то есть ощущение, что в этом лесу я не один. Так как я слышал разные страшные звуки. Это же сиреноголовый, бежим, 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 бежим. Боже, фонарик, фонарик, я должен хоть что-то видеть. В общем, перед тем, как начать, надеюсь, то, что вы уже подписались и поставили лайк, вон он идет за мной, боже мой. Мне сейчас очень страшно, и нужно где-то найти топливо. Вроде он отстал. А мы начинаем. Итак, как я уже сказал, мне нужно найти как можно быстрее топливо, чтобы заправить свою машину. Но, боже мой, сиреноголовый ходит где-то рядом. Меня напугала, блин, даже трава. Для начала надо смотреть дома. Подождите, у меня еще рэпчик получился. Меня напугала даже трава. Сначала надо смотреть дома. Боже мой, он еще здесь! Что со мной не так? За мной гонится страшное чудище, а я, блин, сижу рэпчик, сочиняю в лесу. Так, тихо, вырубим фонарик. Вроде бы он меня не заметил. Или он все-таки идет сюда. Ладно, 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 заметил. Фонарик тут особо мне не помогает. Надо отойти, но как мне смотреть дома, если он прямо сейчас находится там? Я его не вижу, кстати. Ладно, все, побежали. Собрали штаны в кулак и побежали. А, тут в доме есть задний вход, подождите. Зайду здесь. А, это заднее окно, подождите. Ладно, придется входить через дверь. Так, надеюсь, его тут нету, надо просто зайти в дом. Он меня здесь не найдет. Да вон он опять, ё-моё. Тут ничего. Он идет к дому, он идет к дому. Так, он знает, что я здесь, надо выбираться. Все, давайте развернемся и обойдем его, просто обойдем его. А, вы слышите этот страшный звук? Боже мой, он идет за мной, он явно знает, куда я иду и что я ищу. Все, пойдем просто по дороге от него. Он любит тусить здесь, он до сих пор идет за мной. Блин, там был велик. Надо взять велик, надо взять велик. Я же так быстро от него не уйду. Так, сюда, срочно, срочно сюда. Где может лежать топливо? Есть у кого идеи? Стоп, что это? О, отлично. Гаечный ключ, он еще идет? Да, идет, 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 еще как идет. Радио включим. Хотя, блин, какая разница на это радио, если он бежит за мной? Фонарик. Так, ребят, я в полной жопе. Этот город, не приезжайте сюда, запомните этот город. Да хватит за мной идти, сколько можно. Все, аккуратно валим, аккуратно валим. Я обязан найти 4 бензина. А если быть точнее, то это будет 4 литра. Именно столько мне нужно, чтобы хоть как-то завести машину. А дальше я уж думаю, отъеду на нормальное расстояние и найду нормальную заправку. Хотя, если честно, сегодня мне больше останавливаться не особо хочется. Хочу просто домой печеньки, чаечек и вообще хоть что-нибудь такое, знаете, приятное. Стоп, я что-то вижу. Да-да, там что-то есть. Сиреноголовый, например, но я не про него. Да отстань ты, вот что так не вовремя? Он еще идет? Да, идет. А мне еще и холодно, блин, в этом халате. Так, вроде он отстал. Либо он за этим большим деревом, пока непонятно. А, да, он, блин, за ним был. Да как это так можно-то, блин? Так, сундук, сундук, пожалуйста, скажите, что там топливо лежит. Скажите, что тут лежит топливо. Тут явно оно должно лежать. А, это не топливо. А в этом сундуке пусто. А как сюда пролезть? Никак. Он идет? Я его не вижу. Вы его видите? Мне кажется, если бы он шел, мы бы его заметили. Он довольно здоровый. К счастью, пока что у меня получается легко от него убежать. Пока что не понимаю, зачем мне нужны эти ключи. Но надеюсь, когда-нибудь пойму. Возможно, чтобы отремонтировать машину. Но сам я не особо-то и сильно умею это делать. Так, подождите, какое-то подозрительное затишье, вам не кажется? Что-то очень подозрительно стало тихо. Такое ощущение даже, что прямо сейчас, в любой момент, появится сиреноголовый. Вот такое жесткое-жесткое ощущение. У вас такого нет? А у меня вот что-то есть, мурашки по всей коже. Так, ладно, я вернулся обратно. Я не осмотрел еще вот этот дом и не забрал здесь велик. Да ладно, он его сломал, что ли? Он его реально сломал. А, вот я его починил. Все, хорошо. Я понял, зачем мне эти гаечные ключи. Ну и тут, в принципе, топлива я вообще не вижу. Поэтому поехали. Просто поехали отсюда. Так, карта. Радиовышка. Выход. Мост. Вулкан. А где нахожусь я? Ну, в общем, я так смотрю, если просто ездить по дорогам, то, в принципе, все мы должны найти. Поэтому... А, боже мой! Боже мой, да вы издеваетесь! Почему я только повернулся? Просто едем по дороге. Просто едем по дороге. О, как же я сейчас испугался-то. Блин, так, все. Велик хорошо. Велик помогает мне от него быстренько уехать. Но я его до сих пор слышу где-то вдали. Боже, у меня чуть сердце не остановилось. Если вы также испугались, сейчас напишите в комментариях. Так, ладно, просто едем по... А, он уже здесь. Он уже здесь, боже мой. Ну и что теперь делать? Там то, что мне нужно. Объедем. Просто люто объедем. На вообще сломался. Как не вовремя. Быстрее чинись, 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 уезжай. Уезжай, боже, он прям сзади. А, я понял, велик ломается, когда мы едем не по дороге. Объехать, объехать, объехать. Фух, фух, боже мой, боже мой, боже мой. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Тут куча велосипедов и все сломаны, вы серьезно? Так, оставляю свой. Надо осмотреться, быстро осмотреться. Мне кажется, тут есть топливо, да, вот оно. И две починки. У меня сердце бьется, вы слышите? Он здесь? Как же я надеюсь, что нет. Он здесь. Он здесь. Вот он, вот он, вот он, вот он. Объезжаем. Объезжаем. Бежим, 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 бежим. Он почти поймал меня. Фух. Боже мой, надо срочно отвезти и пополнить это топливо. Одно есть из четырех. У меня уже в горле пересохло. Как же я хочу молочка и печенье. Едем, едем, едем. Так, слава богу, я все помню. Я помню дорогу обратно.
Так, ребята, я в него врезался и сломал свой байк. Он украл у меня топливо и починки. И я теперь бегу от него просто пешком. И не знаю, где теперь лежит мое топливо или хотя бы другое топливо. Боже, он уже рядом. Здесь ничего, здесь пусто, надо валить. Либо я еще не был здесь, возможно, тут что-то лежит. Вопрос, может ли оно лежать в бочках? Это вообще... А, стоп, оно же тогда лежало на земле, точно. Так, ну тогда я обязан заметить. Я могу спрятаться от него в туалете? Мне что-то подсказывает, что он все ближе и ближе, да. Да, что-то мне явно это подсказывает. Как видите, здесь моего топлива нет. Инструментов тоже нету. Ай, придется валить отсюда. Ладно, возьму этот велик. Ой, надеюсь, ты нормально мне прослужишь, потому что он только что был где-то здесь. Он шел прямо... А вот мой велик, кстати. Он шел прямо за мной. А, боже мой, я это F5 нажал только. Ты издеваешься, вы это видели вообще? Ну что это за скримеры такие? Так, надо как-то аккуратно, аккуратно, тут не получится, тут не получится. Надо что-то придумать, что-то придумать. Вот тут его объеду. По боку, боком наваливаем, боком. Давай. Дрифт, дрифт, машина, давай, гони, гони, пожалуйста, велик, не ломайся. Все что угодно, только не ломайся. Все, пора поехать куда-то вправо, где мы еще не были. Что? Да ладно, нет, ну пожалуйста. Да, да ладно, вот здесь появился, ну ё-моё. Ну что это за квест такие? Все, велик. Я тебя бросаю. Прими достойно бой. Я побежал. Велик на самом деле не всегда удобно. Он может сломаться и подставить меня в любой момент. Этот какашечка, блин, за мной идет. Поэтому действовать надо очень аккуратно. Возможно, пешком даже лучше. Потому что так, хоть я и медленнее, но гораздо более маневреннее. Я смогу паркурить, прыгать и все дела. Так, пойдем вот по этой дороге. Как раз где мы не смогли толком осмотреться. Возможно, я и тут где-то топливо пропустил. Да, точно, смотрите, лежит топливо. Хорошо, взяли. Сердечко бьется, сердечко бьется. Так, бежим к генератору, бежим. Надо заправить машину. Он был где-то рядом. Вот он идет за мной. Он ускорился. Он ускорился. Заметил, что я топливо взял. Блин, как бы это быстро все сделать. Заправляйся. Хорошо, хорошо. Есть. Есть одно еще. Он еще быстрее побежал. Как только я, ребята, залил топливо, он побежал еще быстрее. Поэтому велик тут обязательно нужен. Так, поворачиваем сюда. О, как же он быстро за мной бежит. Очень осторожно, очень осторожно. Он очень быстрый сейчас. О, еще топливо, отлично. О, нет, он рядом, он рядом. Он рядом. На велик и покатили. Вот он бегает. Он просто реально бегает. А у меня починки скоро закончатся. Так, на велике прямо, аккуратно. Заливаем. Все, поехали, поехали, поехали. А, он бежит, посмотрите, как быстро. Так, тут мы еще не были. Точнее, прямо тут были, но не поворачивали никуда. Куда можно? А, никуда нельзя, он сзади, боже. Едем, 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 он почти догнал меня. Все, не могу ехать, велик здесь бессилен. Пешком, он ускоренный, он прямо, он догоняет меня. Он меня догоняет. Боже мой, бежим, 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 бежим. Любой велик надо срочно найти, он догоняет меня. Пожалуйста, отстань. Отстань! Фух, он замедлился. Он на секунду замедлился. Так, давайте направо. Вот здесь я не был. Он еще бежит за мной. Боже, я хожу кругами. Я просто хожу кругами. Лишь бы отстать от него. Куда поворот? Куда поворот? Он же сейчас срежет. Ну, естественно, он срезал. Я вернулся туда, где взял бензин. Мантим, мантим, мантим. Я еще жив. Я еще жив. Ребята, все нормально. Я выживу. Я выживу. Он прямо за мной. Он прямо сзади меня. Вот тут мы не были. Налево не ходили. Это очень страшно. Как же он близко. Мне нужно хоть что-то сделать, чтобы он пропал. Он постоянно за мной идет. Я не успеваю даже в сундук посмотреть. Пусто. Топливо. Топливо. 3 из 4. 3 из 4. Он ускорился. Да ладно. Да отстань ты от меня. Бежим как можно быстрее к машине. Ай, он догоняет. Он очень быстро догоняет. Паркурим, паркурим, паркурим. Куда я прибежал? Я сюда не хотел. Я хотел к машине обратно. А! Он здесь! О, великий паркур, спаси меня. Фух, фух, пока хорошо, пока хорошо. Так, сейчас придется прыгать по кувшинкам. Придется прыгать по кувшинкам. Оп-оп-оп, хорошо. Где машина? Я потерял. А, вот этот дом. Этот дом, он здесь. Фонарик я куда-то просрал. Боже мой, давно уж походу. Все, он отстал. Он отстал. Сейчас заправим, и он сразу снова появится. Поэтому нужно где-то раздобыть велик. О, фонарик, ты вернулся. Ладно, не буду тебя брать. А где велик? Велика-то тут и нет. Ладно, заправляем и надеемся, что он не успеет. Заправил. Ну где ты? Ну давай, ну появись. Не держи меня в страхе, появись. Я успею забрать велик. Мне просто надо аккуратненько забрать свой велик. Как я его отсюда достану? А, нет, смогу, смогу. Все, отлично. Так, его пока нету. Где взять последнюю канистру? Где я не был? Боже, серьезно, как я мог тебя здесь не заметить. Я же здесь пробегал. Ай-яй-яй, он рядом, осторожно. Последняя канистра. Мне жизненно важно ее донести. Он там стоит, он там стоит. Все, просто ее заправить и уезжать. Ее заправить и уезжать по кувшиночкам. Как учились, как умеем. Только не появись. Только не появись у генератора. Я знаю, ты так любишь. Ой-ой, вот сейчас самое страшное, ребята. Сейчас вообще самое страшное. Быстрее. Заправляем, уезжаем. Заправляем, уезжаем. Заправляем, уезжаем. А, нет, он не даст мне заправить. Он мне не даст заправить. Убегаем. Надо убежать. Надо убежать, размансить его как-нибудь. Так, хорошо, хорошо. Я веду его
по кругу. Но это все, блин, плохо. Это все не то. Надо закинуть топливо. Закинул, закинул. Оно заправляется. Машина готова ехать. Но нет, он идет за мной. Ой, что мне делать? Что мне делать? Машина уже готова, а он прямо за мной идет. И никак повернуть я не могу, а впереди тупик. Так, надо здесь разворачиваться. Надо разворачиваться здесь. И просто к машине. И просто к машине сейчас. Так, он отстает, машина прямо передо мной. Ну давай, мое спасение, оно здесь. Залезаем в машину. Поехали в туннель. В туннель нет! Он перед нами, нет! Нет, бежать, бежать! Ехать, 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 ехать! О, боже мой, давай, 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 давай! Осталось чуть-чуть осталось! Гони, крошка, гони! Фух, ребята, я уехал оттуда. Боже мой, это было очень стрёмно. Ну и на данном этапе, ребята, ролик будет заканчиваться. Надеюсь, он вам понравился! О, боже мой! Всем спасибо за просмотр! Всем пока! Странный звук был, но мне конец. Домой не вернусь. Хорошо, что я в Майнкрафт пойду, что ли, покакаю.